Добрый день, дорогие коллеги. Во-первых, всех поздравляю вас с праздником, с Днем России. И вот в такой праздничный, хороший, солнечный летний день сегодня у 80 семей будет еще дополнительный праздник. Сегодня мы вручаем ключи от квартир. Мы много строим жилья. За 4 года мы должны построить 320 тысяч. Уже 80 тысяч мы построили. И вот в Туле завершаем вручение квартир. У нас остается много жилья, которое мы строим в наших шахтерских поселках. Мы должны переселить 16,5 тысяч человек. То есть это действительно огромный, такой вот, огромный пласт работы, который нам нужно делать. Работа непростая, сложная, но мы с ней, с этой работой справляемся, уверены, справимся и дальше. Я вас еще раз всех поздравляю с праздником, с Днем России и с тем, что вы сегодня получаете ключи. С праздником! Сердце Тульской области в Тульском Кремле. Мы с уверенностью смотрим в будущее. Вместе с нашим национальным лидером, президентом России Владимиром Путиным, мы строим нашу великую страну, нашу великую Россию. И уверен, что все подрастающие поколения будут помнить подвиг своих отцов и дедов. С праздником вас! С Днем Великой России! Хочу вам пожелать добра, конечно, самое главное, это чтобы вы поддерживали друг друга, слышали друг друга и помогали друг другу. И впереди у вас очень интересная, яркая жизнь. Она будет непростой, но это жизнь, поэтому как раз все сложности, они сделают вас еще крепче и сильнее. Поздравляю вас и к советам да любовь. Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас. Не останавливаться.